Так, друзья, всем привет. Снова я вещаю. Что думали, я вам тачки тут показывать буду? Да нет. Есть у меня вот такая вот Made in Taiwan Solar Window Film. В общем, это такая вот пленка, да? Тонирующая. Вот, написано Deluxe. Но на самом деле пленка говно. Я ее как-то клеил вот на эти стекла, да, на пластиковое, на окна, и она там в течение 2 месяцев или 3, где-то летом на солнце она выгорела и уже не так сильно затемняла. В общем, она очень старая, я не знаю, сколько ей лет, 10, наверное, может больше даже. Подразумевается то, что видите, на стекла тоже, ну, на окна клеить всяких офисных зданий. Ну, это, конечно, все пиздеж. Такое говно. На окна клеить, конечно, не стоит. Лучше сразу окно уже заказывать такое готовое, тонированное. Вот, либо наносить уже специальный слой, какой еще и тепло. Морозостойкий, да, держит тепло, холод. В общем, вот, на свою крышку хочу я. Она немного и так уже подтонированная, да, я вижу. Но хочу еще наклеить. И будет как-то вот так вот. Очень темно. И потом, я думаю, еще в корпус вот, добавить подсветки. Какую-нибудь, я не знаю, одну, может, полоску куда-нибудь вниз. Не, не вниз, наверное, лучше наверх полоску какую-нибудь наклеить. Так, ну что ж, все, тогда я буду вот такая вот она пропускная способность, не знаю, сколько тут процентов. Но напишите на глаз, наверное. Чик-чик, вот так вот. Думаю, есть специалист, который, у которого глаз, прибор по светопропускаемости. Так, ну все, я поехал. Сейчас наклею и покажу вам, что получится. Так, ну вот смотрите, вроде у меня пока что получается. Все, вспоминаем молодость, да, как тонировали раньше. Лучше свет включить, наверное. Вот. Со светом куда поприятнее, да? Вроде неплохо получается. Так вот. Вроде я все разгладил. Теперь осталось только обрезать лишнее. Да. Таким вот ножичком. Сейчас я это все чик-чик отчекрыжу и покажу уже готовый результат. Еще вода, блин, выходит. Пришлось вон той брызгалкой брызгать. Сфокусируется так быстро. Ой, близко. Не хочет. Ну ладно, фиг с ним. Так, ну все, обрезал. Давайте убирать все лишнее. Ну как-то так, все. Тут канавка была. Блин, не сфокусируется, а вот здесь. Вот. И поэтому я по ней обрезал. Вроде все нормально. Ну, правда, царапина есть. Но говорю, пленка. Вот, пленка говно. Но это для первого раза. В принципе, наверное, пойдет. Ну вот так вот как-то получилось.
Есть, конечно, косяки, но ничего, вода высохнет. Будет, мне кажется, нормально. Сейчас поставлю, закроем ящик, еще посмотрим. Так, ну вот, как-то так. Что было, да, я вам показывал. И что стало? Ничего не видно практически. Вот так вот. Теперь дело за подсветкой. Подсветить там все. И будет видно кое-какие, наверное, железки. Ну все, всем пока.